А что он делает? Можете рассказать? Из молока? Из кобылого молока. И потом вы просто заливаете его, и оно стоит сколько-то? Ну, его сбиваем его, вот этой палкой. Полчаса. Каждый после дойки полчаса будем сбивать, а последний это дойку сейчас будем сбивать. Короче, целый день будем сбивать. И вы продаете тоже кумыс? А мы их продаем, сейчас в больницу сдаем. В Саратане родилась. Я вот сам же вышла и сюда приехала. Сам же вышла. У нас обычай такой. Сам же выходит и вот на родину мужа приезжает. Ну я уже привыкла здесь жить. Я к матери поезжаю, я там спать не могу уж. Обратно сюда хочу. Но у нас обычаи большие. Ну вот самые вот простые. Вот в кости приедут кто-нибудь. И вот издалека привоз конфеты, вот это. Надо обязательно вот огонь свой угостить. Первым делом вот. Ну, вот вы ко мне в гости пришли, конфеты принесли. Я сама не ем ребятишек, пока не кормлю, пока свою огонь не угощу. Вот. Меня зовут Аяна, моя фамилия Белеева. Я студентка, учусь в педколледже, горно-алтайском педколледже. Живу в селе Улаган, Улаганского района. Мне 17 лет. Ну, конечно, тяжело расставаться с родными, и там самостоятельная жизнь начинается. Первый год это вообще трудно. И учеба, и нагрузка очень большая. И мамы, и папы рядом нету. Я помогаю маме, работаю по хозяйству, даю корову. Осенью с семьей хожу на похоз, это сено кашу, и собираю разные ягоды, делаю варенье, и солю грибы, соленье, варенье.